Сегодня мы подготовили очень странную программу. Потому что, ну, просто здесь не хочется играть одно и то же, потому что здесь одно из немногих мест, где люди слушают, действительно. Поэтому как бы не хочется повторяться каждый раз. Поэтому будут эксперименты, будет очень новая песня и будет очень старая песня. Прям настолько, что мы вообще забыли о ее существовании. Но нормальная тоже будет, с него начнем. Присутствует в нашем традиционном репертуаре. Ее обычно мы играем, когда холодно. Сейчас, может быть, не настолько холодно, но так-то просто мы недавно ее вспомнили, буквально там пару недель назад. Просто если вы читаете периодический прогноз погоды, есть такой товарищ Евгений Тишковец. И вот когда он что-то обещает, он всегда делает это очень красиво. И вот это был 17-й год, тогда он... вообще был очень холодный год, и вообще не очень холодный был. Тогда снег, я помню, шел и в мае, там, и даже в июне. И вот он тогда как-то рассказал, что мы входим в мешок арктического холода. И мне так понравилась эта фраза, что вот из нее появилась эта песня. Просто почему мы о ней недавно вспомнили? Потому что недавно он вдруг снова сказал, что мы вот опять в этом мешке. Наконец-то мы снова в этом мешке с 17-го года. Ну, мы уже из него вышли, а песня все-таки еще с нами. Сейчас я долго, чтобы сейчас пока приспособлюсь.
Прошли сезоны снегопада. Проговорить застывшим городом свои баллады. Совершенно, ну как новая, тут даже есть люди, которые ее уже слышали, так нечестно. Но она относительно новая, да, вот 2 недели назад мы первый раз ее сыграли. Сейчас ее найду и расскажу. Вообще, эта песня о том, как люди нужны друг другу, посвящается всем хорошим людям, наверное, которых здесь, к счастью, немало. Это вообще все, наверное. Ну, возможно, да. Тут есть нехорошие люди. Я не буду исключать такую возможность. Вот, песня была написана после одного из недавних концертов, когда общение настолько наполняет, и потом после этого наконец чувствуешь себя намного лучше и вообще другим человеком какое-то время. Такой бесконечный простор.
этих бескрайних вершин можно вынести все, можно вырасти выше гор, можно вынести все. Сейчас будет, ну даже не песня, даже совсем не песня. Небольшой эксперимент. Не знаю, почему мы вдруг решили это сделать. Ну раз уж решили, надо делать. Круче этого берега нет ни горы, ни скал. Его склон обрушает оползни и тоска. Он прекрасно все понимает, осознает, что ни этот год, ни какой-нибудь Новый год не изменит ни сути, ни общих примет вещей. Если время что-то и может менять вообще, то лишь плотность пыли, некий культурный слой. Он и сможет стать основой, скалой, горой, но до первого ветра дольше не задержать. Сколько сможешь времени не дышать?
собой плохие известия. Западня всей истории, в общем-то, лишь в одном. Если жив, горишь изнутри огнем. Если тушишь с бригадой пожарных его в груди, то и сам угасаешь, тускнеешь на полпути. А еще идти вообще-то, возможно, бежать и плыть, чтобы вектор движения видимый сохранить, сохрани хотя бы движение, и оно на поверхность, возможно, вынесет, или дно. Эксклюзив, вряд ли мы это когда-то будем повторять. Так, кто знает. А теперь? Тут просто... вот почти. Знаешь, они даже вот через одну страницу буквально... А, нет, сугроба твоего вообще здесь нет. Мы просто внезапно решили вспомнить очень старую песню, и это не «Человек человеку». Опять же, по каким-то совершенно необъяснимым причинам мы когда просто сели думать, что же мы будем сегодня играть, почему-то вдруг это вспомнилось, и мы вообще напрочь забыли о том, что она существует. А, я чем-то же там трясла. Вообще, мне сейчас старые тексты кажутся довольно абсурдными. Как будто чужой человек написал. Ну, да. Почти. Да хотя, ну... Завис на этом дне неподъемный, неперекидной. Просидеть весь вечер в стороне, сбитой с ног стремительной волной. Только среди гула голосов чувствовать один в себе держать эту ноту, но не слышать слов, слушать, узнавать и искажать. Светятся огни, отражений точками в окне. Этот вечер переходит дни. Календарь завис на этом дне. Дно, его подводный гул узнаю, размытость близких черт. Будь то кто-то в воду заглянул или капнул краской на мольберт.
дышать, если ты не рыба, а ты не. Зато можно лечь и полежать, сесть и посидеть на этом дне. Только голос светится от них, отражений точками в окне. Этот вечер переходит в дни. Календарь завис на этом дне. Цветы весенние, по-моему, года 3 назад, наверное, после этого все переставало существовать. И она была намного более жалобной. Что там у нас осталось? О, ну вот хоть что-то нормально сегодня у нас есть. Песня, которая совершенно случайно стала такой остросоциальной, хотя вообще не было, и это в нее не вкладывалось, но... Стены города. Город говорит со мной на моем языке, через пение взбалмошных птиц и блики в холодной реке. Город говорит, что ты — это тысячи лиц, но все же в моем рюкзаке предмет нарушения границ. Стены города сыплют фразами, вникая в качево в наш контекст. Но в этой вселенной и в нашем разуме любое вторжение вызывает протест. Со мной километрами стен, отпечатками чьих-то шагов и набором простых мизансцен. Город говорит, что вышла из берегов, не приемлет крутых перемен, вместо таяния вечных снегов. Сыплют фразами, вникая вкрадчиво в наш контекст. Но в этой вселенной и в нашем разуме любое вторжение вызывает протест. Город говорит, ты послушай, а я промолчу, как приходит волна за волной в этом море безумных причуд. Город говорит, что я стала такой глубиной, что ко мне не прорваться лучу, но мой след будет вечно за мной. Стены города сыплют фразами, вникая в край. Вселенная и в нашем разуме.
Спасибо.